Здравствуйте! В первой части этого фильма мы невольно начали рассматривать кремниевую эру. Хотя, снимая фильм о тераформации в горах Кавказа, я об этом совершенно не думал. Но в этой же первой части мы начали свое предположение и подошли к вопросу, кто же убирался на нашей планете. Но слушайте продолжение. Кто-то в давние времена собрал всю кремниевую залу с поверхности планеты, вытащил ее из атмосферы планеты и залил ее пластами в специально отведенных местах. То есть скрепил эту мелкую фракцию по бетонной технологии, деактивировал. Судя по количеству этой золы, оставшейся после мегапожара кремниевой биосферы, видимо пыльные бури просто не давали возобновиться на планете жизни. Такая мелкая фракция, разносимая ветрами, просто не давала солнечным лучам доходить до поверхности. Пример, как выглядят кремниевые цементные пыльные бури. Многие хорошо помнят Новороссийск 70-х, 80-х годов. Он весь был присыпан цементной пылью. Деревья, дома, все имели цементный налет. А трубы огромного цементного завода без очистных сооружений круглосуточно выбрасывали цементную пыль в воздух над городом. И при малейшем ветре этот цемент поднимался и получалась цементная пыльная буря. Горожанам этот цемент мешал дышать, попадая в нос и рот, в глаза, скрежетал на зубах, и многие дышали через носовые платки. И только раз в год поднимающийся нардост, сильный ветер этот цемент из города уносил. Но он начинал скапливаться опять. В общем, вывод один. Кто-то прекратил планетарные пыльные бури. Конечно же, после долгой жизнедеятельности кремниевой биосферы на нашей планете, остались от нее и осадочные породы типа ила, только опять кремниевые. Продукты гниения от мерзшей флоры и фауны, состоящие из кремниевой органики. Скорее всего это и есть граниты и мраморы. Конечно же, после мегапожара на планете остались и недогоревшие кремниевые деревья. Они, конечно же, остались в виде пней, но жизнь в них оставалась, как в обычном сегодняшнем пне. После спила дерева все равно волокна его остаются еще живыми какое-то время пока он совсем не высохнет. Так что эти пни, которые мы сейчас видим как столовые горы, окаменели только после падения атмосферного давления. Я еще раз напоминаю, что кремниевые формы жизни могут существовать только при больших атмосферных давлениях. В десятки, сотни раз выше сегодняшних. При отсутствии такого большого давления кремниевые органические вещества просто теряют эластичность. Но все-таки при этом сохраняют свою внутреннюю структуру. И вот это вот как раз не пласты из бетона, полученного путем смешения кремниевой золы с водой, а шестигранные столбы или жилы, тянущиеся от основания к верхушке столовой горы пучками, изгибаясь по ее форме, то есть по форме пня. Это хорошо видно из видео под названием «На земле лесов нет». И вывод, из этого видео, конечно же, с которым не поспоришь. Природа строит все живое в шестигранной форме, в смысле сечения. В фильме приведены соты, разрез стебля льна, действительно так оно и есть. А теперь представим мир после мегапожара кремниевой биосферы, которая была представлена лесами высотой в несколько километров и по которой ходили животные высотой с гору. И как мы уже говорили, масса этой биосферы в 20 тысяч раз превышала нынешнюю. Сколько же золы осталось на планете после сгорания этой биосферы? И видимо слой этой золы на суше был толщиной в сотни метров. И при малейшем ветре этот мелкофракционный порошок поднимало в атмосферу. Скорее всего солнца вообще не было видно. А среди полей золы стояли недогоревшие пни со спиленными верхушками. А вокруг валялись многокилометровые недогоревшие стволы. Но, как предположил автор фильма «На земле лесов нет», часть кремниевой древесины была с планеты вывезена еще до пожара. А если бы ее не вывезли, залы бы было намного больше. И вот после всего этого кто-то приводил планету в порядок, убирался в глобальном масштабе, собрал залу и связал ее в твердое состояние, чтобы больше не летало в атмосфере. А вот после уборки планету заселила углеродная форма жизни. Но еще не мы. Та мегацивилизация, пришедшая на смену углеродной эры, погибла 13 тысяч лет назад. Эта мегацивилизация строила мегасооружения, используя для их строительства окаменевшие бревна деревьев кремниевой эры, пиля их на блоки. Это мы видим на примере горы Кайлас или горной Шории а также множество мегалитических сооружений, в основном которые описывал, кстати, Дейникин. Приведу пример видео Алексея Кунгурова. Он очень хорошо с квадрокоптера заснял горную шорию и то, из чего сложены ее стены, опять мегалитические. Так вот, это остатки той цивилизации, погибшей 13 тысяч лет назад, но уже углеродной. Тогда вопрос, когда же случился этот мегапожар? Я думаю, что задолго до гибели той мегацивилизации 13 тысяч лет назад, первых углеродных жителей нашей планеты. По моему мнению, случилось все это, как и написано в ведах, за 100-150 тысяч лет до нас. Как раз тогда, когда веды описывают появление на планете первых ариев. Теперь же мы подошли вплотную к ответу на вопрос, а что же это за глина, которая засыпала первые этажи городов в середине 19 века? И ответ на этот вопрос, видимо, прост. Это глина, смесь диоксида кремния, то есть кремниевой золы, но уже с минералами углеродной эры. Видимо, применение в то время оружия массового поражения разрушило пласты, в которой была связана эта кремниевая зола. И она опять стала пылью, поднявшись в атмосферу. И, видимо, поднялось ее достаточно много. Но ливень от разрушения воднопарового купола планеты, вернул ее на поверхность, смешав с углеродными осадочными породами, размытыми ливнями на возвышенностях, и перенес в смешанном виде, в виде грязи, в низины, где она, зацепившись за неровности рельефа, здания, деревья, и высохла в таком виде, в котором мы сейчас ее видим. А напоследок я нарисую структуру гор Кавказа. Итак, немного порассуждаем, взяв в руки фломастеры. Итак, что же мы видим? Из видео Елены Гусаковой она предположила, что эти пласты это годовые кольца деревьев, рисую схематично. Но с чем я здесь не соглашусь? Стволы имеют округлую форму. А вот эти вот пласты, как вы видите по видео, находятся вдоль всей береговой линии. Вот такую примерно имеют горы фактуру. И пласты стоят вот под такими вот углами. То есть нигде мы не видим никакой закругленности. Они просто прямые и горизонтальные. То есть они прямые. Если даже мы скажем, что это какой-то сегмент, нет, округлости не видно. Они все вы, вытянуты, вытянуты на много километров вдоль черноморского побережья. В таком вот виде, и скорее всего, это действительно вздыбленные пласты появившийся от вот такой вот нагрузки раскола. И так сформированы все кавказские горы. Раскол происходил именно трещинами. То есть они имеют вот такую вот структуру. Вот так вот продолжаются горы. Рисую как могу. Еще раз нарисую. Вот у нас, допустим, две горы на побережье моря. И вот так вот уходит долина. То есть форма вот такая вот. Как раз разбитых и треснувших пластов, вставших дыбом, идущих дальше. Я думаю, это всем понятно. Далее. Далее. Есть еще одна интересная задача, которую мы наблюдали в первом видео, снятом на реке Бешенка. Что мы там видели? Что вот эти вот пласты старые, треснувшие. Как мы уже с вами говорили, из залитого бетона. Над собой имеют вот такие вот пласты. Они более тонкие и залиты на них фактически горизонтально. И потом они треснули. Именно эти пласты, эти так и остались, как материнские уже для них. Треснул каньон реки Бешенка. Где она сейчас течет? По дну этого каньона. И как раз-таки обнажена их структура, вот этих вот пластов новых. А на дне каньона мы видим остатки торчащих, нетронутых, ранее растревскавшихся старых пластов. Почему же так получилось? Если вот эти пласты мы датируем 13 тысяч летней катастрофой, после которой начали заселять землю углеродные, начала заселять землю наша цивилизация взамен той мегалитической, но тоже углеродной, а сами эти пласты были залиты примерно 100 тысяч, 100-150 тысяч лет назад. Залиты в горизонтальном виде. 100-150 тысяч лет назад. Они были горизонтальными, но 13 тысяч лет назад при катастрофе они треснули. Вот эти 100-150 тысяч лет назад это было заселение самой углеродной цивилизации взамен кремниевой. Так вот, вопрос если эти пласты треснули 13 тысяч лет назад, при гибели уже углеродной цивилизации, которая 100-150 тысяч лет назад собрала всю залу с планеты и залила их, эти пласты, откуда появились новые пласты, состоящие из того же фактически силициум О2, то есть залы кремниевой, поверх вот этих старых. Но уже все это происходило при углеродной форме жизни. Мое предположение одно, что все-таки терраформация была, и эти трещины засыпали, опять же, высвободив, высвободившимися после катастрофы, видимо, опять ядерных ударов, вот этих вот элементов силициума-2, то есть кремниевого пепла, который опять попал в атмосферу после применения оружия массового поражения. Его опять собрали и залили пластами, но уже новыми, более тонкими. Итак, я рассказал свою версию образования слоистых горных пород в Кавказских горах. Но, как мы знаем, такие горные породы есть не только в Кавказских горах, а фактически по всему миру. Но есть горные породы и не имеющие такой природы а эта природа нами рассматриваемая, как вы поняли, наверное, имеет искусственное происхождение, залитые пласты. Вот естественного происхождения горные или скальные породы не имеют слоистого строения, они цельные и просто растрескавшиеся. Кому понравилось видео, оставляйте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал. До свидания. Будем рады ответить на ваши